Я всех приветствую на конкурсе «Сомелье Wine People Trophy Russia 2017», который посвящен исключительно российскому виноделию. Это впервые за всю историю происходит. Было зарегистрировано большое количество участников, и это безумно радует, потому что несколько лет назад этого было невозможно просто представить, что российское виноделие может вызвать такой интерес для конкурсантов. В отборочном туре у нас 86 вопросов, на которые нужно ответить нашим конкурсантам. Желаю удачи, приступаем. Задания на этом конкурсе, они довольно сложные. Они абсолютно ничем не уступают вопросам, которые на международных конкурсах, в отборочных турах. Поэтому я считаю, что уровень достаточно высокий, и нашим конкурсантам придется еще попотеть. Я вижу, уже пошли первые ответы, что таблицы заполняются уверенно и четко, кто-то выходит раньше. Безусловно, интересно. Я ожидал более таких прямых, наверное, вопросов. Да, были вопросы с заковырками, были очень, скажем так, интересные вопросы про историю. Так как я в Краснодаре живу, для меня это достаточно все близко и рядом все происходит, поэтому для меня сложностей больших тест не вызвал. Есть вопросы, которые, казалось бы, очень простые, когда там надо указать 10 вин. Когда у тебя стресс, какое-то волнение, они ставят в ступор, да? Хотя ты, конечно, их все знаешь. Ну, вообще интересно, интересно. Дальше, ребят, ждет слепая дегустация. Три образца неизвестного, естественно, для них вина, которые нужно уметь описать, угадать сорт, страну, регион, да, и постараться как можно точнее попасть в эти позиции. Но это только начало. Это отборочный тур. Сегодня проходят замечательные, интересные мастер-классы. К нам приезжает Мения Сикоры со своим занятием. К нам приезжает Кубань Вино. У нас прекрасные партнеры, которые проведут занятия по чаю и кофе, что сегодня актуально и становится все более модным на всяких конкурсах сомелье. После чего будет определено 12 человек, которые выйдут в полуфинал, и они дальше посоревнуются для того, чтобы определить трех финалистов, которые будут участвовать в финале конкурса «Сомелье» Wine People Trophy Russia на сцене театра Ермоловой. Полуфинал. Ну, конечно, куда без старой доброй декантации или подачи красного вина. Очень интересное задание, тоже слепой дегустации с участием темных бокалов. Там будут необычные образцы. И одно из сложнейших, на мой взгляд, заданий. Оно посвящено химии вина, биохимии вина и очень сложным сортам-гибридам. Этих сортов будет 6, их надо будет почувствовать, понять и рассказать, что там происходит и как, и почему. Завершился отборочный тур, завершился полуфинал. Из 12 человек мы выбрали 3 лучших. И их соревнования мы увидим чуть позже. Наверное, мне бы вот было сложно выбрать кого-то одного, но ребята себя покажут. Желаю всем победы, уверенности, ну и отлично, что мы все вместе и что у нас такая прекрасная тема – российское виноделие. Я желаю им удачи и пускай победит сильнейший.